Дамы и господа, шалом. Очень часто задаю себе вопрос. Ну, вроде взрослый человек, учился, читал, воспитание какое-то есть. Но иногда, прослушав какой-то маленький урок, какую-то лекцию, прочитав что-то умное, ты вдруг задаешься вопросом, слушай, а действительно это правда? Вот как интересно. И до сих пор, прожив, казалось бы, длинную жизнь, ты... Вот такие простые истины узнаешь где-то от коуча, от раввина, от какого-то учителя, от друга. Это не случайно. В мире нет случайности. Случайность – это не кошерное слово. Видимо, в какой-то момент за вот эту секунду он, чужой человек, фактически смог дать тебе то, что... За долгие годы жизни, зная, что это правда, ты не решился измениться. Это парадокс этого мира. Одна секунда может изменить в твоем жизни все, что годы потраченные не могли это сделать. Вся жизнь состоит из отрезков, таких, знаете, путей. Иногда ты проходишь этот путь, и вот эта секунда... Этот маленький миллиметр, когда ты прыгаешь выше, он решающий. Он завершает определенный отрезок времени. И начинается уже новый. Поэтому это не какая-то мелочь, когда ты удивляешься, как она могла там меня изменить и повлиять. Это начало длительного периода другого становления. И дай Бог, чтобы мы с вами прожили до 120 лет. Вот так изменялись, чтобы Всевышний продлил нашу жизнь и дал нам вечную жизнь с приходом Машиаха. Шалом, шалом.